Слушайте! Я федеральный маршал Соединенных Штатов! Дети мои, возблагодарим Бога. Возблагодарим день, который я предвидел, наконец, который я предвидел, все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас, и всех перебили в нужные руки моих родных. Почти всех. Что происходит? Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Разумнее всего было бы отдать тебя им. Черт. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы.
Прошу, помогите! Не знаю, сколько мы еще протянем. Если у вас есть оружие, мы ждем вас в Олд-Энде. Иоанн решил занять город. Сектанты выжили из ума. Они убьют всех. Если кто-нибудь слышит, мы с пастором Жеромом сделаем все, что сможем. Они не возьмут нас живых. Это Рэй! Что за хрень творится? Мы слышали выстрелы, а до этого взрывы, и клянусь, это был не гром. Эй, прием. Бумер никак не успокоится. Сектанты что-то удумали. Повторяю, это долго мы будем их терпеть. Илай, Мэри, Джером. В общем, перезвони как сможешь. И береги себя. Прием. Есть в тюрьме кто-нибудь, кто меня слышит? Как обстановка? Прием. Прием, вы меня слышите? Черт возьми. Элай! Элай, ты здесь? Элай, ты меня слышишь? Это Датч! Ответь! Прием! Это Датч, кто-нибудь! Кто-нибудь меня слышит?
Нашел себе одежку. Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Берегись. Тебя вокруг полно святош. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера-психа. Где скрывается помощник? Грешник, лучше выкладывай все, что знаешь. Я уж думал, мне конец. Спасибо. Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая.
Там должно найти что-то полезное для защиты. Генри, я на опушке, где ты заметил следы поджога. Черт знает, чем этот индюк занимался наверху, но сейчас небо чистое. Дым валит столбом, надо бы взглянуть поближе. Не пойму только, что здесь сектанты забыли. Их куча, они прочесывают лес и кричат. Походу, ищут кого-то. Выглядят так, как будто давно не мылись, еще и вооружены винтовками и дробовиками. Только что мимо проехал целый грузовик таких. Пожалуй, я... Я твой должник. Черт возьми. Thank you.
хочешь покрасоваться, можешь смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. Воспользуйся компасом или картой. Там есть такие белые значки. Ну, по ним и найдешь путь. Отцу.
все знают, отец Иосиф не терпит лодырей. Мы все сделаем ради нашего отца. Бог ты мой! Он...